Przedstawiaję moje uprawnienie, upotrebiajca w rozpieciatywatel jest automatycznym podawatelem. U niego jest awaryjny wykluciatel, переключатель для включения и выключения управления и цифровый дисплей. Чтобы запустить управление, надо установить переключатель на позицию P или L. На цифровом дисплее появляются следующие параметры. T1 – актуальная температура ножей, S – trybuje moja temperatura nożej, T2, aktualna ja temperatura dna i S2, trybuje moja temperatura dna. Żeby wybrać parametr, który chcemy programować, nada nażać knopkę S. Wielkość parametrów regulujemy przy pomocy knopek plus i minus. Temperaturę nożej można regulować z 65 do 95 градусов. Температуру дна можно регулировать с 10 до 60 градусов. Оборудование само забывает введенные настройки. Чтобы запустить нагрев ножей, надо нажать кнопку On-Off. Перед началом работы надо подождать до того времени, когда параметр T1 будет равняться требуемой температуре. Когда актуальная температура дна будет равняться программированной, погаснет красный диод и заживется зеленый. Чтобы запустить подогрение дна, надо нажать кнопку On. Когда актуальная температура дна будет равняться программированной, погаснет красный диод. Чтобы запустить ножи, надо нажать кнопку Start. Останавливаем при помощи кнопки Stop. После выключения можно дополнительно программировать временный нагрев дна. Чтобы это сделать, выключаем подаватель кнопкой On-Off. Нажимаем желтую кнопку. На дисплее появляются следующие параметры. T2 – актуальная температура дна и S – требуемая температура дна. Jest to, że wremia, na jakie można programować podagrienie. Существует возможность programować wremia z 1 do 24 часов. Żeby wybrać parametr, który chcemy programować, nada nażać knopkę S. Wielkość parametrów regulujemy przy pomocy knopek plus i minus. Оборудование само забывает введенные настройки. Чтобы выключить управление, надо переключить выключатель на позицию 0.